Темой диссертационного исследования Асланбека Мирзоева стали традиционные институты военной культуры черкесов, их трансформация в период с раннего средневековья по 30-е годы 20 века. Особый интерес и актуальность данной темы представляет изучение роли военной культуры в черкесском социуме. Как рассказал Асланбек, такие основные институты военной культуры черкесов, как наездничество и обречество, оформились в свои классические формы только в период феодализма. Изучение данной темы представляет актуальный исследовательский интерес и имеет большое значение для понимания историко-политических процессов, происходивших на Кавказе в период Средневековья. Проанализирована институциональная роль военной культуры в социальной системе средневекового черкесского общества. Рассмотрены его традиционные социальные институты как механизмы регулирования общественных отношений, связанных с войной, военным бытом и военизированными аспектами черкесского общества. Научная и практическая значимость диссертации состоит в том, что исследование института военной культуры способствует пониманию историко-политических и социально-экономических процессов, происходивших на Центральном и Северо-Западном Кавказе в период Средневековья и Нового времени. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке научных трудов, разработке учебных пособий, лекционных курсов, создании научно-популярных работ по этнографии, политической, социальной и военной истории народов Кавказа. Научным консультантом диссертации стал доктор исторических наук Юрий Анчабадзе. Официальными оппонентами выступили Владимир Дмитриев, Самир Хатко и Омар Маан. Тема военной культуры, предлагаемая в аспектах этнической истории, относится именно к такому кругу проблем, где этнографы погружены в проблематику таких неизбежных спутников цивилизации, как вооруженные насилия, война, социальные конфликты в их открытой стадии. Так нужно не только для исследования их причин, но и понимание значения в развитии цивилизации, формирование феноменов культуры, строительство социальных структур общества. В конечном итоге тема военной деятельности и военной культуры представляет собой одно из направлений понимания феномена человека. Исследование институтов военной культуры, анализ этнических концепций и системы воспитания могут дать многое для понимания не только исторического прошлого, но и современных социально-политических проблем. Представленное на защиту диссертационное исследование Мирзоева по постановке проблемы ориентировано на исследование процесса трансформации традиционных институтов военной культуры черкесов на протяжении длительного исторического периода. Обосновывая научную актуальность темы, автор сосредоточил внимание на значимых изменениях, происходящих в теоретико-методологических основаниях современного исторического знания. С диссертацией можно будет ознакомиться в научной библиотеке Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия Академии наук Абхазии. Единогласным решением диссертационного совета Асланбеку Мирзоеву была присвоена степень доктора исторических наук. Ульяна Рожкова, Раму Камке, Абхазское телевидение.